Всем привет, зрители и подписчики канала на ютубе. Ну что, у нас сегодня суббота, да? 10 уже октября. Всем привет, солнышки. Привет. Всем привет. Как дела? Нормально. Нормально? У тебя тоже нормально? Что? Не тяни, а то сейчас опять расслабиться. А? Мама. Мама? Что? Сыр. А, сыр, да. Сегодня поведливый сыр. Так, ну что, сейчас у нас Татьяна с Владиком. Сегодня игра у них как бы тренировочная. Плюс собрание по форме. Вроде сейчас собрались, там отдали полностью деньги за форму. Что? Ну, потому что сегодня суббота, воскресенье, выходные дни у тебя. Ну, вот. Так, дай, пожалуйста, Веронике сейчас. Ты поигрался? Дай, пожалуйста, Веронике мякиш. Пожалуйста, Илья. Илюша. Потом она тебе отдаст. Она что, много не поиграет? Давай. Вот дай, пожалуйста. Держи, Вероника. Илья. Ну, она же если тебе отдаст, ты тоже, потому что ничего не делай с ним. Ты же играешь, она играется с ним один. Ты же один уже лопнул, да, скажи? Вот так вот, мякиш, да? Эй, так, ну что, встали мы сегодня ни свет, ни заря. 7:30 все. Вот, ну, как раз тут Татьяна собиралась с Владиком. Потому что сегодня в 9 часам надо было идти. Вот, холодно все равно у нас. Еле-еле начинает вроде подтапливать, не знаю, вода даже ручит по батареям. Не знаю, может быть, к вечеру будет более-менее. Что? Что? Пить? Что ты пить хочешь? Водички? Я что наливал? А сейчас что налью? Так, что мы тут смотрим, Илья? Барбоскиных? Молодец. А до этого что смотрели? Что? Был какой другой мультик там? Лунтик. Лунтик, да. Что тебе нравится больше, Барбоскины или Лунтик? Или Фиксики? Или Маша и Медведь? Фиксики. Фиксики? Ух ты, Вероника, лепёсочку сделала какой, да? Да, скажи, солнышко наше сегодня папку увидела. Ой, папа, папа, папа. Вот так вот. Чпок, чпок. Покушали мы сегодня. С утра обед захотели быстренько ням-ням, да? Макарошки. Илюшка кушал, Вероника. Что, Вероника? Творог кушала, сыр кушала, да? Сыр без дыр. Да. А? И печенье кушали. Молодцы, да? Сейчас мне компотик вам сделать. Сделать вам компотика. Будешь компотик? Я обычной мамой вам вчера делала компотик, да? Будете компотик. Ты и я, да? О, Вероника танцует, да? Ее хлопаю. Вот так, молодцы, молодцы. Так, ну что, у нас такие вот просто получилось, теперь на работу у меня понедельник. Завтра уже буду вечером уезжать. Так что сегодня у мальчиков будет цирк. 4 часа, да? Виталини, или как там, Виталини, Витали, цирк Витали. А, в цирк пойдете большой, куда вы ходили тогда с мамой? Сейчас пойдете еще сегодня в цирк. Мы с Вероникой будем дома. Потому что маленькая еще не выдержит, мне кажется, около 2 часов на цирк. Вот, а Илюшка пойдет 4 часа в цирк, да? Вот, ладно, хорошо, что там все с формой обошлось, там сейчас будет договариваться насчет еще турниров, не знаю, какие там будут. Где? В цирке? Ну, там клоуны будут, звери, мы смотрели уже по новостям, показывали, там, там обезьянки будут, собачки будут, да? Вот, много чего там будет, в принципе. Вот, так, клоуны, я не знаю, посмотрим, должны быть тоже шоколадная полная. Так, что, пойдем, я делаю компотика, да? Буду монтировать лох. Что-то я снимала с вами, с детками. Вот. Ну и туда-сюда, вот через часочек, полтора. Будем укладываться баиньки, чтобы пораньше Илюшка встал и пошли в цирк. Хорошо? Да. Все. Увидимся немножко попозже. Погода у нас вроде так переменная, как говорят, облачная. То солнце, то тучки. Вот такая. Осень, осень, осень. Что? Сыр приехал. Он уже 2 недели здесь. А курган? А курган там сейчас пару закрыли. Так, Вероника, выходи оттуда. Курган. А, на курган, когда потеплее, пойдем на курган. Хорошо? Хорошо. Да? А под партизан. Партизан, ты везде хочешь побывать? А еще где-то хочешь побывать? Где? Под партизан. А под партизан? Посмотрим, сходим, ладно. Все, увидимся немножко попозже.
Всем привет. Всем привет. Да, зрители, подписчики канала на YouTube. Итак, у нас 10 октября. Суббота, да. О. Мы с Ладиком уже приехали с футбола. Время начала 12-го. Там ничего не снимала. Во-первых, очень достаточно прохладно. И мы сидели там, считай, в раздевалке. Ну и да, не делали, не то, что народу много. Да, и народу, в принципе, было много. Плюс у нас было собрание, естественно. Мы сидели в раздевалке, разговаривали с родителями, общались. Дети играли на дальнем поле. Давай. Что? Конечно, сдала. Куда же надеваться? Сдала. Теперь будем ждать форму, куда приедет, да? Ну, во вторник. Нет, не во вторник, уже другой день. Не знаем, когда там еще неизвестно. Еще будут созваниваться. Форма идет с Милана. С Милана? Да, форма. Это далеко, какой? С Милана, да. Такое у нас сегодня ясное небо, но очень холодно. Даже не то, что очень холодно, а холодный ветер. Замерз, котик? Да. Да. Так, заходим уже во двор наш. Ну что ты, Ладик, сколько у нас мячей забил? Три. Три мяча, да. Выиграли со счетом 11-9. Да, молодец, умничка, три мяча сегодня. Пенальти я била, мне там подножку поставили. И два гола так. Да, пенальти, два гола так, умница. Так, мы все, идем домой. Ну что, мы уже пришли домой. Сережа у нас тут монтирует влог, выкладывает, да? Не, еще монтируешь, да? Нет, сейчас буду монтировать, я выложу с камеры. А, с камеры. Ладик! Всем привет! Ой, Ладик, что ты в последнее время вообще перебегал, да, видно? Да. Перебегал, переиграл, умничка наша. Что там? Бил. Ну, я, в принципе, сказала вкратце, сейчас, когда мы снимали, то, что, короче, все, денежки отдали за форму. Сереж, скажи ему, пожалуйста. Пустой уже? Дожили. Там осталась последняя живая картина. Да? Ужас какой-то. Сейчас я буду укладывать деток спать. А, ну я не говорила про форму. Все, короче, форма уже заказана, дали все денежки. Теперь должна прийти форма, как я, в принципе, наверное, уже вчера говорила, не помню, в конце недели, наверное, потом ее отдадут. А? Потом ее отдадут здесь на, как она правильно, нанесение номеров. Кстати, теперь уже с фамилиями начали думать. Ну, потому что, как объяснить, что потом эту форму можно кому-то продать. Поставить ребенку мала. Так что тихо. Упал. Упал. И что теперь? Упал все на попу. Ну, если вдруг ребенку форма станет мала, как бы, что можно ее кому-то перепродать. А с фамилией, естественно, тоже никому не продашь, и поэтому вот родители начали с ней уже тему подняли, что может быть только на номер. Ну, как бы это еще пока еще будем пока решать. Ну, мы тоже о том же, мы же говорим, как бы. Я тоже сказала, я говорю, если говорю, мы заказываем размеры такие, да, и чтобы ребенок носил 2 года, и к тому через 2 года она будет нужна, тем более это футбол, постоянная стирка, грязная, это все, естественно. Ну, не знаю, как все будет выглядеть. Ну, короче, я думаю, через неделю, через полторы мы эту форму заберем домой, скорее всего. И, кажется, как сказала, еще неизвестно, сделаем на нее обзор, естественно, покажем, все расскажем. И так, ну да, и тогда, наверное, скорее всего, у них, они куда-то поедут. У них будут какие-то турниры. Турниры неизвестны? Еще турниры пока раз еще ничего неизвестно. Конечно, можно было куда-то ехать. Уже. Но пока родители немножечко из-за того, что из-за денег, естественно, 9 тысяч это большая сумма, которая ушла на форму. А поездка тоже стоит 4-5 тысяч. Поэтому, естественно. Поэтому да, решили пока отложить поездки, надо привезти форму, потом уже есть. Даже 15 тысяч, конечно, сразу, например, так вот отдать тяжеловато. На поездку и на форму, естественно. Ну, полностью, не каждый позволит. Ну да, в том-то дело, что надо, чтобы это же надо хотя бы, чтобы человек 15 хотя бы набралось ехать. Нет, вообще, если коллектив же форму покупать, а не ехать. Ну да, коллектив же покупать форму, а не ехать пока. А, так, сейчас мы кладем детей спать. Да, время 12 почти, так что а то все.
А то в цирк мы не пойдем. Понял? Сейчас спать. Баловник. Вот так Владик облепили. Вот-вот, все, начинается цепная реакция. Владик, Илюша, не драться, не баловаться, да, Вероника? Ты мальчишки, не драться, не баловаться. Ой, сейчас на попу сядешь, Вероника, напрыгаешься. Так, ну ладно, будем так, монтировать. Да. Так, ну что, все готовы? Да. Вероника, ну что, будешь там? Нет, куда она готова? Она будет с папой. Все, тепло оделись. Снарядились. Да, время 3 часа. А Вероника, кстати, не понимает, что это такое. Пальчики. Пальчики, да, на перчаточках? И у Илюши водами. Да, рукавички какие. Опа. Пятипальчатые, все. Опа. Шапку одевай. Что значит нет? Холодно. Холодно, да? Холодно на улице. Зима уже, скоро зима, да. Практически зима. Да. Так, ладно. Поспали. Дай бог нормально там поснимаешь, если да. Не, ну ты раз снимал тогда. Проснулись, поспали. Проснулись, поспали. Да, немножко, ладно. Часика полтора каждый поспал. Вероника разбудила Илюшу, да? Крикуша. Сейчас будем кушать. Да, детки уже Ладик с Илюшей покушали. Да, остались Вероника с папкой. Вероника с папкой. Покушать сейчас, да? Ладно, поснимаете, скажите свои впечатления, как об этом цирке. Ну да, вот я думаю, снимаем, все-таки получится. Получится. Ладно, часика в 6 ждать для вас? Да, я думаю. Хорошо. 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 Будем воевать? Воюйте. Воюйте. Так, давайте закрывай. Так, все, опа, на мамочке. Ну что, ладно, счастливо. Оп. Ой, будь здоров. Будь здоров. Будь здоров. Будь здоров. Все, увидимся. Ладно, да, счастливо. Давайте доехать быстрее. Маршрут поедешь, да? Да. Все, пока-пока, Вероника, говори. Пока-пока. Скажи, счастливо вам отдохнуть. Да, пока. На ты что, по мне отдыхаешь? Нет, я в цирке. Смотрите, отдохнуть вам. Да, пока, моя сладкая, пока. Ну что, давайте. Увидимся попозже. Все, даю фотоаппарат маме, да? Все, давайте. Мы уже приехали в цирк. Идем. Да? Ой, холодно. Тут еще так ветрено вообще ужасно, да? Илюшки? Илюш! Илюшки все равно бегает. Ему тепло. Всякие разные шарики пытаются опять на пони катают. Внутри пони целых стоит. Так, идем на представление. Еще лошадки, да, Илюша? Ой, правда, прохладно очень все. Только эти лошадки маленькие. Мама! Пони! Мама! Она еще есть. Она лошадка ехала. А там лошадка доехала. Там большая лошадка ехала, да? А здесь маленькая. Пониса лошадка. На лошадке на кухне. Ты уже съел свою вату? Да. Быстро ты, однако, сидим в цирке уже, да, Илюш? Илюша, кушай. Отрывай. Отрывай, Илюшкин. Илюш, вату. Это что наклейки? А где пакет, куда ты делал? Да. О, сидим, ждем начала. Thank you.
Концерт! Смотри, лучше.
Марина Кузнецова. Мы оделись немножко еще потеплее, сейчас таки вечер, переоделись сейчас. Что? А, да, Вероника у нас теперь, да? На домовенка Кузю нажимаешь на цвета. Молодец. Ну-ка, а песенку? А где песенка? Да про домовенка, где песенка? Нажми песенку про домовенка. Нет, там песенка была. Ты по песенку танцевала, Вероника, давай. Нет, на книжечке, на этой. Так, ну что, время у нас уже 12:06. Нет, не на этой, Вероника. На той, на книжечке сейчас посмотрим. Нет, на этой, на этой. А, вот, самый первый, иди сюда. По цвета, то, что мы тогда Илюше дарили. Купали, я не помню. Так, вот это. Вот она. Твои ребенок, да? Вот так вот Вероника на танцует песенка. Покушали, скажем, да? Покушали, хорошо поели. Борщ. С ней тут посмотрели мультики. Поигрались. Я уже сделал кашку гречневую на ужин. Снимаю на iPhone, не буду. Не знаю, как люди снимают. Что-то с этой кофе палкой. Что? Ой, нравится нам, да? Звонил Татьяне, что-то еще не отвечает, наверное, еще
Там уже больше полтора часа, но там как бы двух действий, как обычно, идет. Сыр, как они в тот раз ходили, где-то минут 50, потом типа 10-15 контракт, и потом вторая часть. Ну, идем, вот сейчас 15 закончится. 6. Вот, приедут, не знаю, собираюсь в магазин. Сходить с ними до ленты. Ну, навряд ли Антонин сказал, что не пойдет. Но съезжу я один уже. Потому что все-таки сегодня и с Владиком они, ну, утром были много на улице. Сейчас с Илюшей, тем более. Илюшка опять начал немножко сопливиться. Все-таки не хочется по холоду таскать. Вот, и Веронику мы сегодня вроде что все-таки завтра мы пройдут. Не знаю, посмотрим. Прохладно все равно все-таки. Мало детей гуляют практически. Никто, никому не хочется болеть. Когда такая сейчас вступила бы погода. Да, Вероника? А? Что? Пока? Нет, мы еще не прощаемся, мы еще пока-пока не говорим. Хорошо? Надеюсь, что там поснимает Татьяна. Вероника посмотрит зверюшек. Что там будут за представления, еще что-нибудь понравится. До следующего года, думаю, уже будут ходить. В принципе, можно будет. Потому что сейчас, конечно, она, в принципе, не усидит. Это понятное дело. Плюс темный зал, не знаю, Илюшка тоже раньше поначалу все это боялся, когда темно, вот эти прожектора, музыка, вот это громкое вот представление. Сейчас вроде более-менее все-таки отходит уже от этого, уже просится даже кинотеатр, хотя мне кажется, еще рановато все-таки. 3 года, мне кажется, рановато, я даже на мультики его не знаю, потому что не особо тоже сам, но усидчивый именно по отношению к Владику, он любит вот, смотреть мультики, Илюш, в принципе, не такой. Что там такое? Только мы убрались после игр. Что там хочешь достать? Что там? Ну-ка, что там такое у нас? Кубик? Давай достану кубик. Вероника, давай кубик достану. Не, зайца не надо, кубик тут хотел достать. Давай кубик, все, посмотри, подожди. Да, посмотрим кубик. Оп, папка достанет. Вот этот кубик? Да. Этот? Все, ложи кролика на место. Вот, да? Что ты будешь? А, кидать хватит, давай. А, ты игры ножкой, как Владик, да? С Илюшей ножками, оп. Приучили Веронику. Мяч, это не мяч, это кубик. Мягенький кубик. Да? Да, что же мягкий кубик. Не знаю, есть планы на завтра на утро сходить в кино. Тут, честно, не знаю, пойдем мы, не пойдем. На Марсианина. Там, в принципе, Владик хочет на Питер Пэна сходить. Не знаю. Потому что завтра все-таки уезжать. Посмотрим по обстоятельствам. Хотелось бы с Татьяной сходить, но по времени не получается, потому что завтра я уезжаю, не знаю. Как-нибудь в другой раз. Хотелось сходить на Легенду, но идет она очень поздно. Что, 9 часов вечера? Да, что, там не надо, там мама тебе запрещает. Нельзя. Вот везде, везде. Сейчас лезет, залезает тут на подоконник, везде. Вот где есть ручки или что, может, просто ножкой, да? Оп, подтянуться и залезла. На холодильник залезаем уже, да? Облокачиваемся об нижнюю часть, которая кулась под мясо, и подтягиваемся на ней. Ну, акробатка наша, да? Маленькая акробатка. Ой, все, все, все. Так, ну ладно, все. Да, поиграемся еще с ней. На ручки все ли хочешь, папе, да? Увидимся попозже. Да.
Да, долго-долго, да, 2 часа. Ровно 2 часа мы представление, так что на минут 10, наверное, ну, тогда обычно 10 минут. Да. Ну, как Илья? Ну, да, поддерживай, Поддерживай, как Илья? Понравилось? Да. Ну, а что там, говорит, клоун испугался? Да. Чего? А с клоуном бешеный. Бешеный? Бешеный клоун, да? Ну, Владик, тебе как? Владик, тебе как рассказывать? Понравилось. Понравилось? Да. Что тебе понравилось? Много там чего. Ну. А самое главное, что ты сказал, мишки? Ну, да. На велосипеде. Мишки, а эти как Шангер, да много. А из этих животных кто был? Кошки, обезьяны, собаки, милые. Не было обезьян. Эти, как они, господи. Медведи. Ну, медведи, а мать. Чем ты фотографировался в цирке? Енот? Еноты. Еноты были, да? Да, ехали там. Дай, Иришка. Что? Ковыркались даже. Ладно, хорошо. Да. Как? Конечно, очень было много акробатических номеров, и номера шикарные, это очень интересно, реально. Такого нигде не увидишь, за границей вообще. Конечно, нет, гимнастики никогда не покажут. А у него что-то клоун, у него все клоун. Мысли о клоуне все, да? Да. Понятненько. Вероника, ну что, ты ждалась, да? Да, мы картинку посмотрели. Побесились. Ней почитали вот книжку там по Кузе Домовёнка. Вот эту? Ну да, листали с ней. Да. Так, ладно, пойду, отогревайтесь, пойду до магазина, то зайду. Да. Будем кушать, в принципе, уже готово. Там и салатик я сделал, яичко. Да, все. Увидимся попозже. Папа, а еще пусть? Время 8 часов. Детки все, о господи, что у меня, детки сели кушать, Сережа еще в магазине, решила немножко пораньше покормить, так как у нас сегодня Вероника рано встала, мало поспала, да, и уже Илюша хочет спать, тоже вот я уже спать, поэтому сейчас быстренько покушаем, пойдем в ванну мыться, у нас у меня кашка гречневая, я сегодня ничего не готовила, поэтому с сосисками. А? Папа, пошел в аэропорт. Он не в аэропарк пошел. Куда? Ну, я не знаю, или ленту, или линию. Ну, ничего, это аэропарк. Сразу ассоциация аэропарк. В аэропарке находится магазин продуктов. Хобби вам катала. Да. А курица? Ну, не знаю, Илюшечка, не знаю. Владка, зайдет, уже спать хочешь, да? Сейчас будем ложиться. Что ты, Владик, сидишь, смеешься? Насмеялся уже разок? А что? Упал со стула сейчас. Вот кривлялся. Да? Да. Вот так вот Владик упал? Да. Красиво, я не спорю. Он наигрался за столом, называется. Свалился. Не знаю, как мы будем прощаться, наверное, при Сереже. А вот детки, наверное, попрощаются уже. Это не знаю, может, дождемся папу, да, пока мы сейчас помоемся. Что там с моими завязками делаешь? Би-ба-ба. Так, садись, кушай, давай. Давай кашку, ням-ням. Ням-ням, кашка. А что такое? Сейчас дам еще. Что ты хочешь? Из Илюшиной тарелки хочешь кушать, да? Деловая наша кукла. Кукла наша любимая, деловая. Да, Вероника? Детки, конфетки. Сегодня такой влог получился. Полдня на футболе провели с Ладиком. Полдня в цирке. Полдня в цирке, да, дома никаких не делала, ничего, сегодня ничего не делала. Сегодня реально в цирке немножко... Ой-ой-ой-ой-ой. Что? Отдохнула, скажем так, в цирке. Итак, ну что, наш инцидент подходит к концу, да? Да, мы поужинали. Я снимала, короче, у меня закончилось место, я порвалась на полусловие. Телефон. Извините, забыла, о чем я говорила. Таня забила цирком фотоаппарат. Да, я забыла фотоаппарат цирком. Зара, что-нибудь. Сейчас на телефон. Да. А, вот, я на то, что мы обязательно вставим что-нибудь в влог наш, ну, цирк, да, посмотрим. Тоже посмотрите, очень довольно-таки интересно. Там что-то не вырезать ничего не надо? Мама, папа, посмотрим. А? Владик упал со стула. Владик упал со стула? Когда это? Когда меня не было? Да, кушал сейчас. Понятно. Так, ну что, сходил в магазин, взял хлеба, молока. Это... Нам сладости купил. Да, сладости. Орео. Пачечку съели.
Да. Кстати, все едят, да? Вероника тоже. Что я хотел сказать? А, все, купила билеты на «Марсианина», за 10 часов, Владик, мы идем. Да. На 2D, правда, не на 3D, а на 2D. Кино. Вот. Так, ну что, завтра воскресенье, завтра отдых, в принципе, дома. Завтра дома, уезжаю уже. В школе сошла. Да, я уже уезжаю. Завтра выходной. Завтра выходной еще, ладно, все нормально, хорошо, тоже сегодня походили везде. И Владик сегодня на тренировке пробыл нормально, с формой договорились, все хорошо. Да. Решили проблему. Молодец, Владик, молодец. Ну что, будем прощаться? Да. Да. Всем приятного просмотра, хорошего настроения, всем пока-пока. Какой спокойной ночи. Пока-пока ночи. А кому доброе утро? Потому что у кого сейчас ночь, у кого сейчас утро. Ну да. Вероника, пока. Пока. Так, сейчас переверну. Подписывайтесь на канал, оставляем комментарии, ставим лайки, дизлайки, кому что нравится. Всем до встречи, всем пока. Увидимся с вами завтра, воскресенье уже, 11 октября. Пока.